Ежегодно 5 октября отмечается традиционный праздник работников образования – Всемирный день учителя. Учитель – это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. На концерте в честь празднования Дня учителя в Большом зале Дворца культуры «Спартак» собрались представители администрации, организации и ведомств, депутаты городского собрания, ветераны войны и труда, представители СМИ и общественности, а также педагоги и работники образования города. С приветственным словом к учителям от имени главы города Зайнудина Акмазова обратился заместитель главы администрации Исмаил Дадаев. От учителя и его профессиональных и деловых качеств во многом зависит судьба учеников и без привлечения будущее нашего государства. На учителях лежит огромная социальная ответственность. И это не пустые слова. Уважаемые педагоги, накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов, профессиональной деятельности, уважения ваших коллег, учеников и их родителей. Спасибо за ваш труд, за вашу мудрость и терпение и душевную щедрость. Мира и добра вам! С праздником! Глава городского горгорода Совет Зайнудин Датбегович Акмазов. В ходе выступлений было отмечено, что в течение многих лет коллективом педагогов города во главе с начальником управления образования Русланом Ибрагимовым находится на передовых позициях в Дагестане. В этом заслуга в первую очередь руководства управления образования и учителей школ. На торжестве в честь празднования Дня учителя были вручены почетные грамоты от администрации города за достигнутые успехи в учебно-воспитательной работе, долголетний и добросовестный труд более 20 педагогам. Награждается Магомедов Магомедгаджи Абдулаевич, директор «Дюшор» по боксу. Награждается Эдельбаева Аида Абдулакимовна, учитель математики МКО Хасавюртовский многопрофильный лицей. По завершению официальной части мероприятия для всех педагогов и гостей была подготовлена концертная программа артистами и солистами творческих коллективов Дворца культуры «Спартак», Управления культуры ансамбля «Эхо гор» и детскими коллективами образовательных учреждений. На сегодняшний день в Хасавюрте 39 учреждений образования, из них 8 детских садов и 8 учреждений дополнительного образования, 15 средних школ, 4 гимназии, 3 прогимназии и 1 лицей. Также в школах города трудятся 1328 работников образования. Более сотни из них – заслуженные учителя Республики Дагестан, более 200 почетных работников общего образования. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, Тагип Магомеднабиев, Абдулла Алиев. Информационная программа «Пульс».